Добрый день, уважаемые телезрители. Саренко с мячом. Хорошая передача на Шевченко. Прострел. И Дмитрий Емельянов забивает первый мяч в этой встрече. Отличный пас. И Дмитрий Емельянов остался практически один в штрафной площади. И точным ударом открывает счет в этой встрече. Один. Слышно, как он пытается подсказать, указать на ошибки, чтобы впоследствии больше их не возникало. Оказывается, что будет подача. Навес. Неплохой удар. Иса. Царенко. Неудачный пас. Соскочил ему мяч с ноги. И грубейшая ошибка от центральных защитников Гомеля. Не просмотрели эту передачу. Да, как мы видим, что в самом начале атаки не получилось выйти со своей половины поля. Сначала ошибся Никита Царенко и Владислав Сугак вместе с ними. Пас в центр на Афанасьева. Ошибается Данила. Лотыш. Удар. Козлов на месте. И за боковой линии. Сугак с мячом. Пас на Сацука. Резко Динамо перехватило. Владислав Сугак отдал отличную передачу на Павла Сацука, но Павел не воспользовался хорошим шансом, чтобы вывести свою команду в последних матчей. Даже вот можно сказать, что сначала Брестская Динамо, в свою очередь, выступает с переменным успехом. Сейчас посмотрим атаки. Раймонд Адейола красиво обыграл за Шевченко. Снова Кирилл своей привычной. Прорывается к флангу, отдает передачу Царенко. Казакевич. Прострел исполнил Шевченко. И есть гол. Раймонд Адейола выводит Гомель вперед. Девятый гол Раймонда Адейола в этом чемпионате. И такой важный в этой встрече. Оказался в нужном месте и вывел зелено-белых вперед. 2-1, Гомель впереди. 27-я минута. Лотыш. Удар. Да, все-таки. Кузьминок. Не было нарушения. Сидоров. Входит в штрафную площадь. Прострел. И мяч не залетает в ворота. И только Лобан. Навес. Шевченко с мячом. Навес на площадь. Хорошая передача. С хорошей стороны. 15 мячей пропущено Минского Динамо. 25. Игра в расчет. 3 забитых мяча и несколько повреждений. Набирая скорость Раймонда Адейола. Пас на Афанасьева. Что придумает Данила? Удар. И Казакевич сбивает мяки. Ошибается Александр. Сугак. Удар. Царенко. Сидоров. Прострел. Афанасьев. Шейман. И не попадает. Отличная атака в исполнении зелено-белых. И снова Раймонд Адейола отличается забитым мячом и делает дубль в этом матче. 10-м мячом в этом чемпионате. Будут решать, что делать дальше. Хороший пас в исполнении Наумовича. Раймонд, удар.
Отличный удар в исполнении Раймонда Адейолы. И как голевую передачу на Наумовича. Отлично, его услышали. Так что отметим и прекраснейший удар в исполнении Раймонда, и отличнейшую передачу в исполнении Александра Наумовича. Брестского Динамо, не считая вратарской позиции. И вышедший на смену где-то точит сейчас мячом. Будет наносить удар. И старается не раздавать горчичники. Я думаю, что данные устные беседы идут на пользу игрокам тренерского штаба основной команды Гомеля. Игорю будет маловато. Атака Брестского Динамо. Входит в штрафную площадь, удар. И Наумович прекрасно играет ногами. Довольно-таки неприятным, если его действительно что-то беспокоит. Удар. Снова отличный сейв. Идрис обыгрывает двух игроков Гомеля. Удар. И Наумович снова на месте. Сейчас посмотрим через несколько, может даже не минут, можем сказать, мгновений. Удар. Показал, что мяч снова оказался в сетке. Татарчук. Кондор выпад Брестского Динамо. Татарчук. Удар. Нет, это был не Татарчук, это Сацук забивает. 2-4. Брестское. Компания в счете. Очень эмоционально высказывается тренер Гомеля Федор Алексеевич Шапоров. Удар Сугака. Я зафиксировал сайт. И начинается быстрая атака Брестского Динамо. Прострел. Бат. Удар в исполнении Петерчука. Снова Брестская Динамо. Шевченко отбирает мяч. Входит в штрафную площадь. Отдает пас на Раймонда. 4-4. Хотел сказать, что счет 4-2, но нет, это 4 мяча на счету Раймонда Адейолы. И 5-2 в этой встрече. Снова сделать счет разгромным. 5-2, Гомель. Из рука. Альфреда Мазурича из Немана. Смотрим за атакой. Шевченко. Удар. И мимо ворот. В первом тайме, что могло привести к голу исполнения брестчан. Ну а в целом матч. Спасибо, что были на нашей трансляции. С вами был Антон Козик и футбольный клуб Гомель. До новых встреч!